Привет, друзья! С вами Татьяна Гордеева и канал Гордеева. Я вышла прогуляться по степям Бугра на поиски степных сморчков. У нас сейчас каждый день идут такие легенькие грибные дождички, и я решила проверить. В апреле само начинают расти степные сморчки. Надеюсь, хоть что-то я найду. Прошу обратить внимание, насколько зелено у нас, насколько красиво. А еще недавно все это было выгоревшим. В марте тут были пожары. Вон кое-где вот эти кусты черные видно, что выгорало. Ну а трава вся восстановилась. И сейчас очень ярко, очень сочно, очень красиво стало. Кстати, в этой балке я воды не видела уже лет 10, наверное. Ну надо же, вот эти последние снега, вот эти дождички вернули воду в эту балку. Ну ненадолго, думаю, до засухи первой. Здесь вот выгоревшие кусты, но в целом природа восстанавливается. Начинает цвести козлобородник, очень вкусный и полезный корень. Можно есть не только корень, можно и стебель есть, в салатике добавлять листья. У меня даже есть фильм именно на моем канале Татьяна Гордеева про это растение. Так выглядит степь после выгорания. И, возможно, такие проплешины и кустики травы. И, возможно, из-за того, что тут все горело, степные сморчки тоже, грибница у них была повреждена. По крайней мере, я гуляю, и пока что никаких грибов не вижу. Ну, а тут явно чей-то домик с несколькими выходами. Первый грибочек, ну, такой староватенький. Цвет уже такой у него не супер, но все равно я рада. А вот и второй грибочек, маленький, но все же. И он практически сам уже сбежал с насиженного места. Бывает, сморчки убегают. У них, вон, видите, такие ножки. И они убегают. Такой выеденный какой-то. Не, он не выеден, просто пустой. Все грибочки старенькие. Определенно я вышла поздно за ними. Но раньше у меня не было времени. В общем-то, мы недавно на днях вернулись с путешествия в 10 дней. Главное тут, что вообще грибочки-то есть. Не зря я вышла. А тут рядом даже небольшая семейка. Три штучки. Они еще наполнены очень водой. Дожди же идут, и они такие вот переполнены влагой. А вот и степные карликовые ирисы. Ну тоже какие-то измученные после дождя. Квеленькие. Как бы там ни было, грибочки есть. И я их продолжаю собирать. Такой на боку тоже пытался убежать уже. И этот лопнувший от излишней влаги. Такую грязь мы срежем. Ну, в целом неплохой. Прихожу к воду, что грибочков на гореху я наберу. Это хорошо. А в целом вокруг сочнейшая весенняя красота. Деревья в цвету. Терен цветет шикарно. Самый привлекательный момент всего действия – это то, что все эти грибочки находятся, можно сказать, в степи прямо за домом. На самом деле, я даже и не стремлюсь никогда найти большое количество грибов. Большое количество грибов – это уже работа. И по сбору, и по переработке. А так цель – прогуляться. Это для души, для тела. И грибочки как бонус. Карликовый степной тюльпанчик. Он, правда, объеден всякими вот этими животными, но все равно красив и ярок. Вот это прям печально. Сейчас пронеслась косуля. Я ее поздно заметила. Пока камеру в руки, она ускакала. Даже хвоста не успела снять. Как жаль. Но теперь я знаю, что они пришли. Зимой их тут не бывает, а вот летом начинаются. Эх, прям аж всегда печалюсь, когда упускаю такие кадры. Хоть бы постояла, на меня посмотрела. Нет, промчала. Итак, подводим итоги. Припустил дождик, я повернула домой. Грибов собрала немного, но на одно блюдо с картошкой, с луком хватит. Очень жаль, что упустила косулю. Косулю и двух фазанов не успела снять на видео. Это всегда грустно, но тут ничего не поделать. Не всегда удача в таких вопросах возникает. Ну и такая красота. Я все равно
Очень довольна. На этом все. С вами был канал Гордеевы. До новых встреч, друзья. Ух ты, на закуску самый большой гриб на сегодня. Я там резала малюсенькие. А это уже красота. А рядом я вижу еще один. Вот, дорога домой порадовала. И еще один шикарный красавец. Главное, ходила где-то вдали, ничего не находила. Стоило повернуться домой. Красота. Эти два гриба перебивают практически все прежде найденные грибы. А еще, и еще. Ну как вы думаете? Я где-то там подальше ходила, а оно вон. Чем ближе к дому, тем крупнее гриб. Все самые красивые по дороге домой. Все, на все я дома. Теперь точно пока.